Приветствую вас. Есть два момента, которые я бы хотел вам раскрыть. Первый момент связан с тем, как вы взаимодействуете с мужчинами. Ну, своими мужчинами. Теми, которые за вами ухаживают. Вот. Это важно, потому что если вы воспринимаете мужчин только как мужчин и не более того, да, то нет ничего удивительного в том, что вы не хотите с ними отношений, потому что вас по факту абсолютно ничего не связывает, вот, и это необходимо понимать, и таким образом, еще раз повторяю, очень важно выявить критерии, по которым вы взаимодействуете с мужчинами. Вот вы говорите, что за вами ухаживают, да, ухаживают мужчины. Но что это значит, ухаживают? Они просто проявляют к вам знаки внимания, они просто, значит, ну, как-то вот высказывают вам свою симпатию, и все. При этом ничего общего между вами нет. Нет общего дела, нет общих каких-то ну, дел, нет общих целей, нет общих задач и так далее. То есть негде мужчине раскрыться и показать себя как-то иначе, кроме как, вот этой вот чисто такой гендерной позиции. Вот. Понимаете? И в этом случае я не удивлен, что вам не хочется отношений. Особенно если вы, ну, такая довольно интеллектуальная, образованная, да, девушка, которой, не нужны абы какие отношения, да, вот, которая не интересуется, там, просто мимолетными отношениями, да, вот. Это нормально. Хотя здесь всплывает также вопрос, связанный с тем, как вы воспринимаете сам факт отношений. То есть, насколько это важно для вас, насколько это ценно для вас, насколько вы считаете это актуальным для вас сейчас в 18 лет. То есть, ну, хотите вы этого, не хотите, хотите, то для чего, вот. Если вы хотите отношений, именно отношений, да, то зачем? Для чего, опять же? Понимаете? Воспринимаете ли вы отношения как, например, что-то такое, знаете, самодостаточно, или воспринимаете ли вы отношения как своего рода дополнение к взаимодействию, ну, к взаимодействию между людьми, я имею в виду, вот, это тоже необходимо все определить. А вот вы говорите, доброго времени суток, мне 18 лет, а сексуального опыта не было, а должен был быть, да, сразу возникает вопрос. Не привлекает идея, даже идея спать с кем-то. И что, это может быть как совершенно нормально, так и следствием определенных обстоятельств вашей жизни. Но мы эти обстоятельства знать не можем, потому что нужно анализировать ваш прошлый опыт. Значит, далее вы пишете, что физиологические, так сказать, признаки есть, но какого-то желания, возбуждения не чувствую. Но здесь, опять же, нужно анализировать, да? То есть, например, при
допустим, просмотр эротического видео у вас наблюдается желание или нет? Да, то есть вот, вообще физиологически у вас это происходит или нет? Если происходит, то дело в том, как вы это все воспринимаете. Если не происходит, то причины кроются немного глубже. Вот. То есть вот здесь такой момент. Если вы меня поняли правильно, я надеюсь, что это так, то важно именно то, как вы взаимодействуете с мужчинами. По какому поводу, по какому делу, как вы с ними взаимодействуете. Вот. Это очень важный момент. Надеюсь, понятно. Дальше. Значит, то, что сказала моя коллега. Это то, что вы боитесь близости с мужчинами. Вполне может быть. Вполне может быть. Такая история. Но это нужно анализировать. То есть, как бы, как правило, если имеется страх близости, да, если имеется страх интимной близости или духовной близости, то причина этого всегда скрыта в ну, в семье. Причина этого всегда скрыта в семье, как правило. И здесь совершенно логично будет анализ именно того, что происходило у вас в семье, да? То есть, какие эпизоды были в вашей семье, что они из себя представляли, эти эпизоды в вашей семье, как у вас мама относится, например, к мужчинам, в принципе, какие у вас отношения с отцом, вот. Все эти вещи очень важны. Если мы с вами хотим понять, что с вами происходит, если мы с вами хотим увидеть, в чем проблема, вот. Но только так, через исследование, через анализ, через, например, структурный анализ, да, через транзакционный анализ, то есть, например, как вы взаимодействуете с мужчинами. грубо говоря, позволяете ли вы им, мужчинам, то бишь, быть с вами мужчинам, или вы не даете им этого сознательно или нет, блокируя любую инициативу с их стороны. Такое тоже вполне может быть. Но все это нужно также анализировать. Потому что, ну, именно от полноты информации зависит то, насколько верно будет идентифицирована ваша проблема и насколько правильными будут данные вам рекомендации. Вот. Это то, что я могу сказать. То есть, если
действительно есть страх близости, то это отчасти такой детский страх, это детская установка, что вот, там, например, близость это плохо, что близости быть не должно, ну и так далее, так далее. Все это можно подкорректировать, если у вас есть желание. Пока что, исходя из того, что вы написали, я рекомендовал бы вам все-таки не думать об отношениях как таковых, а заниматься делом, да, ну просто заниматься делом, развиваться, учиться, работать, чего-то достигать. И со временем, я уверен, появятся люди, которыми вы будете дорожить. В частности, будут мужчины, которые для вас, именно для вас, будут иметь серьезное значение. Вот. Не сразу вы вступите в отношения с этими мужчинами, вот. Но сразу в отношения вступать и не нужно. И сексом заниматься ради секса можно только при наличии ряда условий и обстоятельств. Если ничего такого нет, то лучше этого не делать. Во избежание негатива, во избежание прав, во избежание разочарований, вот, и так далее. В этом и кроется ответ на ваш вопрос. Отчасти, конечно. Потому что для полного его изучения требуется больше информации о вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.